Уважаемые друзья, добрый день. Вот такая земклуника Дар у меня растет на моем участке. Посмотрите, какая она обильная. Вот у меня это еще не все. Там с противоположной стороны куста тоже столько же ягодок. Вот они у меня прям вываливаются из руки. С другой стороны тоже лежат по периметру столько же ягод. Посмотрите, сами ягодки огромные. Больше размера спичечного коробка. Сейчас я вам покажу. Ну и достаточно вкусные. Только это не клубника и не садовая земляника. Это земклуника без буковки Б. Смотрите, какие ягоды. Ну, достаточно приятная на вкус. Сейчас покажу вам размер. Сравнить. Ну и вот первые ягодки. Они даже больше, чем спичечный коробок. Смотрите, какие огромные. Вот такие. Ну, следующие уже чуть-чуть поменьше идут. Вот такая красотка у меня. И здесь рядышком еще у меня земклуника купчиха. В прошлом году она была еще слабенькая, потому что не так давно посадила. Но очень-очень тоже обильная. Пока она более поздняя, чем Дар. Сейчас вам покажу. Вот такая вот обильная. Пока еще в этом сезоне ее не пробовала. Так что с этой стороны у меня тоже земклуника цукат мускатный. Это более мелкая земклуника, но очень ароматная. Если там горсть добавить в клубничное варенье, когда вы варите, дает очень такой яркий аромат мускатный. Очень вкусная. Она небольшая, такая сантиметра 2, ну максимум 3 бывает. Главное ее поливать. Если ее не поливать, она прямо на кусту становится, высыхает и получается как изюмчик. Поэтому все любит влагу, кормежку. Спасибо всем за внимание. Всего доброго и до встречи.